Всем доброе утро. Вчера мы заселились, если вы помните, в эту замечательную гостиницу. Хотели убраться и показать вам номер, но потом решили, что что, покажем все как есть. Вот примерно так все это выглядит. Небольшой номер с кроватью, которую можно в случае чего раздвинуть, стандартная тема. Все тут из гипсокартончика, холодильничек, да, я, Влада, вид в окошечко покажу, отходи. И самое главное, ребят, здесь есть такой замечательный вид в окно. И, кстати, хочу вам кое-что интересное рассказать. Видите, вот эти вот стоечки, да, стоят? Это питание для розеток. То есть ты подъезжаешь на машине на паркинг, открываешь ее и можешь включить подогрев машины. Практически у каждой машины, которая здесь, есть подогрев двигателя, так называемый самовар. Так что вот. Но мы на нашем Mitsubishi без всяких самоваров, он у нас стандартный. И проверим, кстати, сейчас, как он себя чувствует, как он заведется. Что, не пускаете, а кушать? О, как круто, доброе утро. Вы все закончилось? Morning. Ребят, никого нет. Никого нет. Никого нет. Смотрите. Как здесь красиво. Посмотрите, как солнечно. Искусственные цветы. Его очень красиво. Yeah. In Somali, in pirates? Yes. Yes. I'm pirate. Yes. Yes. You Somali pirates? Okay. I'm Russian pirates. Yeah, that's good. Yo. Yeah. Okay. А я это, да, которая... Да, пятница. Нет, не пятница. Попугай, как будет? Не знаю. Не знаю. Нет, ты скажи, пятница как будет? Friday. Yes, it's my Friday. Ага, okay. That's good, at least. Okay. See you. Okay, see you, man. Так, давай берем еду. Ну, в общем, вот так вот. Смотрите, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так что вот, даже в Арктике есть сомалийские пираты. Самое интересное, что здесь очень много йогурта, очень много разного мяса. На самом деле все очень вкусно. Очень вкусное масло, просто я никогда не масло. Все как-то очень по-домашнему, вот это всякие специи. Тут, блин, ну, ребят, очень хорошо. Вот я люблю Арктику, но я теперь люблю еще и Северную Арктику, именно европейскую. Здесь, конечно, все. Даже вафельницы, если вы даже можете вафли себе приготовить. Малину? Да, вот взять. Друзья, ну, в общем, мы выезжаем. Уже все вещи отнесли в машину. We are check out. Checking out? Yes. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Все. I want to show you the camera. Okay, thank you. Yes. How do I sleep? I only hug. Thank you, yes. That's thank good. You so much. Что-то покажет. Интересно. Да, сейчас что-то будет. Идем за сомалийским пиратом. Yes. Beautiful mountain. Yeah, they hide the snow wall. They're coming from Finland. I want to drive his bike. Ah, fitness center. Right? After waffles. После вафель нужно идти сюда и заниматься. А вот этот отельчик у нас. Красиво как. It is small city. Here. Yeah, it's around 18,000. Uh-huh. All the community. Красиво там как. Ну все, приезжайте сюда. Отель и тен. Очень маленький презентик. It's a very small present. Ага, uh-huh. Okay, thank you. It's магнитик. It's our name, Ergo Expo. Here? Yes, the name of YouTube channel. Okay. And our website. Sometimes. A little drive when most of people the know. Captain. You are the captain. Yeah, yeah. Oh, okay. The freedom. Thank, thank you. Yeah. Thank you. Yeah. That's a very good place. Yes, so goodbye. You. Have a nice trip. Bye bye. Bye bye.
меньше населенных пунктов. Мы до сих пор пьем кофе на заправках. Мы до сих пор закупаемся санкционными вкусными продуктами. И просто вспоминаю, как там мы без топлива, без теплых спальных мест, там пробивались там со скоростью 200 километров в день ехали. Wi-Fi на каждой заправке практически. И это Арктика, вы представляете? То есть, ну, по сути, ничего невозможного нет. Возьми да сделай, да? Вот как-то здесь больше приспособлены люди. Каждая вторая машина едет со снегоходом. Все, вот вдоль дороги мы едем, на каждой остановке стоят машины с платформами. Видно, что снегоходов нет. Ребята просто вот уезжают влево-вправо куда-то. То есть тут очень красиво, поэтому... И у нас это все есть. Что самое интересное, что и в России сейчас это начинается. Но просто здесь это все уже у них как в порядке вещей. У нас, конечно... На автомате, в общем. Да, у нас, конечно, еще все это только-только в таком зародыше у них. Но я думаю, что мы правильно движемся в направлении. Скоро у нас будет очень круто. Да. В общем, друзья, путешествуйте. Вот можно даже в такую Арктику выехать. Здесь вообще ничего сложного нет. Мы приехали в очень классное место, по-моему, это национальный парк. Машинам дальше нельзя, поэтому мы оставляем нашего поджарика здесь. Просто посмотрите, какой вид. Озеро и горы. Здесь вот какой-то, не знаю, лагерь для снегоходцев, назовем их так. Вот ребят катаются. Вот такие домики. Летом тут катаются на лодках, а зимой на снегоходах. Доехали до границы с Норвегией. Раньше наверняка здесь был какой-то блокпост или что-то еще. Сейчас здесь просто светофор, как КПП такое. И вот мы въезжаем в Норвегию. Так, мы въехали в Норвегию. Номинально у нас ничего не поменялось. То есть мы как ехали, так и едем в горах. Ну, не, да, меньше денег стало, да. Очень много сейчас всяких лыжников. Видели фрирайдеров, ребят, которые просто катались по целине. Очень круто. Причем с тем учетом, что у нас сегодня выходной день, поэтому европейцы тоже активно выходные отдыхают. На обратном пути поедем здесь. Из расчета того, что это будут будние дни, не праздники. И посмотрим, может быть, ценник будет дешевле. Но то, что мы будем кататься, это в любом случае. Ну, возможно, ценник будет дешевле, и нам это будет выгоднее. Поэтому сейчас едем все-таки спокойно до Лофотенов. Если все нормально, доедем и до Нордкап. И уже оттуда, не спеша, вернемся сюда назад. И здесь денек один катнем. То есть решили не в Финляндии, а здесь. Потому что здесь, блин, просто вообще, конечно, бомбически. И один, и второй склон. Нужно будет загуглить, где лучше, и там мы будем катать. We'll be right back.
говоришь человеку: не иди, утонешь в снегу. И снова в эфире рубрика «Я никого не слушаю и делаю так, как хочу». Отморозь себе жопу вместе с Бугди. Поднимись в гору. Я тоже пойду отморожу жопу. Ну что, пошли? Аккуратненько, спокойненько. Идем по его следам. У меня уже вся жопа. Видишь, там, говорит, аккуратно, можно провалиться, типа, знак. Конечно! Для таких вот, как ты, написано. Давай. Опачки. Давай, чувак, давай, иди туда. Смотрите, какой... Ну что, мы пересекли границу с Норвегией, границу Швеции и Норвегии. Теперь мы в Норвегии. Смотрите, какая здесь красота. Влада здесь. Это он про меня. Да-да-да. Мы пробились по такой тропе, которую сами пробили. И вот такая вот, ребят, здесь у нас красота. Сегодня планируем доехать до Лофотенов. Нам около 150 километров. Я думаю, что сегодня успеем это сделать. Так, ну вот мы заправляемся сейчас в Норвегии. Для того, чтобы заправиться, нужно внести кредит. Здесь он 1500 кронов. В общем, где-то 100 литров по 2 евро за литр. Очень, да. Очень дорого. Я тоже смотрю, когда они у меня списали, думаю, блин, за сколько же они списали. В общем, тут очень красиво. Вот приехала группа туристов на автобусе. Все сразу же побежали фоткать красоту, вон закат. Горы, в общем, здесь потрясающе просто красиво. Вы все еще сидите дома? Друзья, мы уже в Норвегии, до Лофотенских, ну, до деревни Ровими или Рояни, как она там называется, в общем, одна из самых крайних деревушек, нам осталось там около 200 с копейками километров, но мы уже выехали вот на эти островки, по которым будем ехать. Посмотрите, какая здесь красота, просто посмотрите. Так что вот, такие вот дела. Нас, дружище, везет нас. Уверенно. Красота здесь просто вообще отличная. Поэтому, проехав Финляндию и Швецию, могу сказать, что здесь очень красиво. И везде по-разному. Знаете, Финляндия такая уютненькая, лесная, да, Швеция немножко другая, гористая, а здесь вот, здесь как-то вот все прям вот высокогорье какие-то, как будто в Альпах или еще где-то. Японские коллеги. Так что вот, очень-очень круто на самом деле. И кто что, они с японцем, он стоят там с Никоном, на секундочку, 810-м, и бахают. Бахают, бахают. Так, ну что, сейчас будем ехать по этому мосту.
насколько я понимаю, у нас впереди еще таких всевозможных мостов и туннелей будет огромное количество, потому что здесь, в Норвегии, ну, это норма. Так, ну все, мы на островной части Лофотенских островов, ну или, по крайней мере, начало этих островов. Там большой остров, вот, который самый первый. Мы переехали красивый мост, вот тот вот красивый мост. И теперь находимся на вот такой части. Я как понимаю, что здесь пирс наверняка куда заходит паром. Ну или заходил старый паром, или что-то в этом роде. Нам еще километров 40 примерно до места нашей сегодняшней ночевки. Хотя мы можем заночевать и здесь. Нам вообще нас ничего не может остановить. Правильно, каждая минута за здоровый образ жизни. Это вам не ЗОЖ, как у некоторых. And come back Sweden and Finland and come back home. 10 days, 12 days. Снова уроки английского от Богдана. Приехали в общем в ресторан. I don't know. Yes. Drive and drive. You're driving only. Yeah. Нам принесли вкусную еду. Сейчас будем лопать. Кстати, отличное место. Как сказал хозяин этого заведения, он сам из Турции, и сказал, что на самом деле здесь очень много туристов именно летом. Сейчас немножко не сезон, туристов мало, это ощущается, что пустые улицы, пустые заведения, но при том, при всем, все отели полны, заполнены людьми, то есть свободных мест нет. Вот тебе как бы и свободно. Поэтому, наверное, сюда лучше приезжать вот в такое время зимы. Так, ну что, мы перекусили здесь, причем по цене у нас вышло где-то около 3000 рублей. Мы съели по 2 карбонары и сейчас по одной, всего 2, да. Сейчас едем, идем в кемп, сегодня будем ночевать в машине, номеров нигде здесь нету. Вот такие вот дела. Сэкономим. Да, сэкономим баблишко, сэкономим 1010 примерно где-то. Посмотрите, на самом деле, какая здесь красота вокруг, а? Просто как здесь красиво. И на побережье, все так спокойненько, все как-то душевненько. Кафуля такая вся ледяная. Так, мы приехали опять сюда, к побережью. И могу вам сказать, что сегодня у нас просто шикарное место ночевки. Вы посмотрите, какая красота. Прям побережье. Блин, вообще кайфец. Мы встали вот здесь. Это одна из гостиниц. Их в этом городке всего 2. И ни в одной нет свободных номеров. Но мы будем спать в нашем снежном барсе, вот в нашем Паджеро, Mitsubishi Паджеро Спорт. Будем спать в нем сегодня. Знак висит то, что кемпом запрещено здесь останавливаться, но у нас с виду не кемп. У нас с виду обычный внедорожник. Поэтому мы остановились здесь и будем ночевать здесь.